торжественной церемонии открытия 6-й зимней музыкальной конференции. И снова представляется руководитель организационного комитета зимней музыкальной конференции в Сочи Москалеву Андрей Владимирович. Не буду долго тянуть время. Хочу вас всех поздравить и открыть конференцию. Словами объявляю, конференция открыта. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте мне от имени главы города Сочи Анатолия Николаевича Пахомова, от нашей всей администрации, от всех жителей города Сочи приветствовать вас на 6-й музыкальной конференции в городе Сочи, потому что мы город-курорт, и мы всегда рады гостям. Я от имени администрации Краснодарского края желаю вам больших успехов творческих вашей конференции. Желаю вам не только хорошо поработать, но и хорошо отдохнуть в этом прекрасном городе. Горы вас ждут. Спасибо. Меня зовут Александр Ильник, я продюсер данной конференции. И хочу еще раз сказать вам всем спасибо. Спасибо за визит, спасибо, что нашли время и возможность приехать на конференцию. Отдельно хотел бы сказать спасибо всем организаторам пати-тура, которые прошли в 37 городах. Также хотел бы отметить гостеприимность Сочи. Увы, на 6-й год нам не повезло немножко с погодой. Хотя бы уже все немножко сочинцы, я думаю, что положительными флюидами при зале солнца, хотя бы на 2 дней все будет хорошо. А ночью, слава богу, у нас так. Еще хотел бы сказать отдельное спасибо всем делегатам, всем артистам, промоутерам, которые приехали к нам сегодня, потому что конференция, как я уже неоднократно отмечал, как раз наше солидарное действие, и мы, все для нас, все для нас. Отдельно хотел бы поблагодарить наших партнеров в Мегалине, которые вряд ли не смогли так развиваться и все эти будут существовать на таком уровне. Хотел бы сказать спасибо компании «Сармиллер» и лично Марии Билек, компании «Филипп Моррис» и лично Алене Макухиной, компании «Бакарди Мартини» и лично Антону Хардову и Михаилу Семенову. Завершая такую официальную часть открытия, я хотел бы представить директора дневной программы, известного журналиста Дмитрия Михаля. Друзья, меня зовут Дмитрий Шара, я являюсь директором ночной программы, извините, дневной программы. Извините, Михаил взял на себя чужие функции.